Друзья, всем большой привет! Вы на канале Обзор цены и качества, и я Гульнас Салями. Очень рада, что вы заглянули на мой канал и смотрите это видео. Фикспрайс нас радует постоянно новинками, и сегодня их много как никогда. Оставайтесь со мной и досмотрите это видео до конца. Всем приятного просмотра! Массажная расческа для волос, а цена 99. Расческа полностью из пластика, так же как и зубья. Зубья расположены по всей площади рядами. Важно знать, что пластиковые расчески не подходят для продолжительного расчесывания, так как из-за трения создают электрический разряд. Состав полипропилен резина изготавливает Китай, цена 99. Расческа для волос с широкой и изогнутой формой. Отличается стильным дизайном и удобной в применении. Ухаживать за волосами с такой расческой не только легко, но и приятно. Необычный дизайн, расческа полукруглая, принимает форму головы. Расческа не цельная, при расчесывании больше будут получать кислорода и меньше будут электризоваться. Поэтому она так и называется вентиляционная. Расческа выполнена качественно, приятно держать в руках. Состав ABS пластик изготавливает Китай, цена 99. Резинка для волос в наборе 5 штук, состав нейлон, изготавливает Китай, цена 55. Комплект вешалок из 5 штук, размер вешалки 48-50. Вешалки тонкие, одного цвета. У вешалки есть крючки для нижнего белья и крючки для брюк. Перекладина для галстука и для брюк. Состав полипропилен изготавливает торговая марка Архимед, город Москва, цена 99. Подставка под обувь поможет в 2 раза сэкономить место на полке или в обувнице. Размер 25 на 10, высота 12 сантиметров. В магазине продается в 3 цветах, бежевый, мятный и голубой. И вот так вот будет храниться ваша обувь. Действительно экономичная, на полке много места не займет. Состав полипропилен изготавливает Китай, цена 77. Полотенце кухонное, размеры 40 на 70, состав 100% хлопок. Приятная красивая расцветка с обратной стороны без рисунка. А до этого я вам показывала из этой же ткани сидушки на стуле, можно прикупить набор. Изготавливает Россия, город Иваново, цена 77. Мужская рубашка с воротником поло, цена 199. Рубашки с коротким рукавом, размер этой рубашки 48. Всего увидела 2 размера, размер этой рубашки 46. Состав хлопок изготавливает Узбекистан. Фоторамка размер 21 на 30. У фоторамки рамка похожа на дерево, но это пластик. С обратной стороны нету отверстия, чтобы повесить. Второй вид рамки темно-бежевый. Третий вид рамки самый темный. Фоторамок всего 3 вида, состав полистирол, стекло, картон, бумага, металл и самое главное сделано в России. В прошлом обзоре показала этот скворечник, а сегодня увидела кормушку для птиц трамплин по цене 199. В комплекте 12 деталей, набор для самостоятельной сборки. Есть инструкция по сборке, вам может понадобиться клей, чтобы надежно зафиксировать конструкцию. Состав фанеры, срок годности не ограничено. И вот сама кормушка в собранном виде, размер 23 на 15, высота 16 сантиметров. Собиралась без клея, держится хорошо, не хлипкая. Эту кормушку производит Опторг-сервис, город Москва. Кормушка хорошего качества, все детали отшлифованные, гладкие. К нам завезли растения, и все они по цене 199. А в руках держу листопадный кустарник с округлой короной и длинными тонкими побегами. На ветках уже проснулись почки с зелеными листьями. У этого кустарника мелкие зеленые цветки, расположенные по всему побегу. Производит Россия, Московская область. До посадки рекомендуется хранить при температуре от 0 плюс 2 градусов. Кизильник блестящий, уже с распустившимися листьями. Прямо растущий с густой листвой кустарник с темно-зелеными блестящими листьями. Цветки розоватые, ягоды черные. Высокоморозостойкий, хорошо переносит стрижку, используется для создания живых изгородей. Роза морщинистая, сорт Альба, кустарник высотой до 2 метров с прямостоящими ветвями. Цветки белые, немахровые, ароматные, диаметр 6-8 сантиметров. Зимостойкость у этой розы высокая. Роза пока с одной проснувшейся почкой. Арония черноплодная, кустарник высотой 3-4 метра с раскидистой короной. Почки также просыпаются, потому что в магазине тепло. Ирга канадская, моя самая любимая ягода, я ее обычно кушаю у своих соседей, потому что она не растет в нашем огороде. Сразу же скажу, соседи в курсе, они знают.
А вот такие вот замечательные кустарники к нам завезли, все они здоровые, с проснувшимися почками. Но это не есть хорошо, лучше бы, конечно, они до сих пор спали. И я уверена, что это еще не весь ассортимент представленных нам кустарников. Будем ждать новые виды. Форма для выпечки с ручками квадратная от Kitchen, цена 199. Форма из толстого силикона отличается хорошими антипригарными свойствами и не требуется смазывать маслом. Выдерживают высокие перепады температуры, при этом не вступают в химическую реакцию с продуктами и не выделяют вредных веществ. Не впитывают никакие запахи, легко моются и легко хранить. Ручки из металла хорошо держат форму. Состав силикон-сталь, цена 199, производит Китай. Новый ежедневник с фигурным замочком на 80 листов. Страницы белые в клетку, закругленные края и есть закладка. Стильный ежедневник в твердом переплете представлен в ассортименте. Формат А5, страницы прошиты. Фигурный замочек поможет сохранить все ваши записи в секрете. Обложка сама мягкая, приятно держать в руках. Цена 199. Фоторамка размером 13 на 18, цена 77. В магазине фоторамки представлены в 4 видах. Можно повесить на стену или поставить на полку. А набор гелевых ручек со стираемыми чернилами 3 штуки. Синие чернила стирают как карандаш с помощью ластика на торце у ручки. В магазине 4 вида набора, состав ABS пластик, термопластичная резина и чернила. Обувь домашняя в виде тапочек. Пятка у тапочек специально стоптанная и прошитая. Будет ли удобно ходить в этих тапочках, думаю, нет. Подошва плотная с пупырчатой резиной, не гнется по сравнению вот с этими тапочками. Состав 100% полиэстер, изготовитель Тульская область, цена 199. Бигуди для волос в наборе 6 штук разных цветов, цена 99. В комплекте бигуди длиной 55 см и разборный крючок, который нужно продевать в пластину бигуди. Затем отделить тонкую прядь волос и продеть ее в крючок. Состав полипропилен каучук, изготавливает Китай. Спонж для макияжа в наборе 4 штуки разных цветов по цене 55. Состав латекс, изготавливает Китай. Спонж для умывания в наборе 1 штука по цене 55. В магазине представлен в 2 цветах. Спонж достаточно большой на всю ладошку, мягкий, внутри чувствуется поролон. Состав хлопок, полиэстер, нейлон и губка. Следующий спонж для умывания по цене 77. Мне кажется, этот спонж более удобный и практичный, чем предыдущий. Есть небольшой кармашек для более удобного мытья. Состав пенополиуретан. А я пользуюсь этой силиконовой щеткой, все хорошо очищает, удобно пользоваться, удобно держать, цена 55. Меняю каждые полгода и меня все устраивает. Декоративная фигура в виде бегемота для мелочей. На мой взгляд, страшненькая фигура, цена 199. В этом магазине бегемот в 2 цветах, состав полирезин. А на мой взгляд, абсолютно ненужная и некрасивая вещь. Детская книжка со створками «Что там под водой?». Внутри книжки 7 разворотов с красочными иллюстрациями и 29 створок, которые открываются. А под створкой ребенок увидит удивительных морских обитателей. Что мы видим в микроскоп? 28 створок. Книжка с окошками «Почему мы болеем?» Внутри 23 окошка. Книга пазлов из серии знаменитого мультика «Щенячий патруль». Такие книги 4 видов из разных серий мультиков. Ребенок читает историю и сразу собирает пазл. В книге 6 пазлов из 6 деталей. Также эти пазлы можно собирать отдельно от книги. Листы толстые, цена 99. 3D-игрушка-головоломка развивает логическое и пространственное мышление, цена 99. Игрушка в удобном контейнере, где попало, не будут валяться детали. У игрушки есть буклет с 120 заданиями и ответами на них. У каждого задания есть только одно решение. Нужно выбрать задание из буклета и разместить детали на доске согласно схеме. Менять расположение указанных деталей нельзя. На последних страницах буклета есть все ответы. Интересная, но в то же время сложная игрушка для детей старше 3 лет. Цена 99. Игрушка-машинка-робот 199. Работает от 3 пальчиковых батареек, которые нужно будет купить дополнительно. В коробке одна машина, но можно собрать всю коллекцию. Объемный конструктор-мозаика для детей старше 3 лет в наборе 22 детали, цена 55. Конструктор с разными расцветками, состав полипропилен, изготавливает Китай. Игровой набор «Керамическая посуда» 199.
В наборе 6 кружек с блюдцами, чайник, молочник и сахарница. Состав этого детского игрового набора – керамика. В магазине продается в 2 расцветках. Детям от 6 лет изготавливает Китай. Игрушка-набор посуды для кукол «Малыш» для детей старше 3 лет. В наборе 2 бутылочки, тарелка, ложка, соска и слюнявчик. Хороший набор в дополнение к кукле. Состав полипропилен-полиэстер – Китай. Игровой набор «Маленькая модница», цена 99. В наборе 4 платья, зеркало, туфельки, сумочка, расческа и заколка. Игровой набор для детей старше 6 лет. Состав ПВХ, полипропилен, полистирол, резина. Куклу можно расчесывать и делать всевозможные прически. Игровой набор «Мороженое» можно научиться делать вкусный холодный сладкий десерт. Для детей старше 3 лет состав АБС, полипропилен, полистирол. Цена 99, изготавливает Китай.